Мы продолжаем пробовать острые соусы. Сегодня у нас Хэривер. Соус Hellacious. Этот соус, кстати, это молодая компания достаточно, они на рынке всего лишь с 2011 года. То есть, в принципе, по сравнению с этими двумя компаниями, это совершенно молодой такой бренд. Но они за эти годы уже завоевали более 30 наград как на международной, так и на национальной арене. Это соус, это все американские соусы в основном, но как бы, ну там и делают, в принципе, в основном такие острые соусы, оттуда пошло все у нас. Поэтому по составу тут идет у нас белый уксус, перцы хабанера, перец чипотль, красный перец, агава, рубленый чеснок и сок лайма. Я подозреваю, что да, тут смесь перца, тут как бы за остроту будет отвечать хабанера, за дымный аромат чипотля. Поэтому сейчас я вот ожидаю сразу почувствовать такой дымный аромат. Ну давай. Посмотрим, как оно по факту. Тут тоже нет никакого предохранителя. Пахнет? Да. Он пахнет. Такая фруктовая, кисло-дымная нотки у него. Да, у него очень сильно выраженный аромат. Да, приятный запах. Ну, приятный. И, кстати, вот интересная дымка такая и интересная кислинка. Она такая вот как раз меньше выражена, чем даже в этом соусе. Ой, ну я так щедро себе. Ну, я думаю, не зря. Да? Это такой должен быть стартовый тоже соус. Он острый. Ну, здесь даже текстура, видишь, такая перец. Да. Тут хлопья перца. Он острее. У него очень интересный вкус. Очень интересный вкус. То есть дымки не так много, как я думал, но очень приятная жара, кстати, расходится по всему рту. Она прямо опускается сейчас. Да, опускается понемногу вниз. То есть она начинается с рецепторов и потом плавно уходит в горло. Ну, этот соус Я уже его чувствую прям вот... Ты мясо не ешь, да? Внутри, да, я не ем мясо. Ну, я со своей точки зрения скажу, что я думаю, его классно будет к курице, к свинине, к бургерам. В маринады можно добавлять. Очень классное, комфортное тепло. И... Ну, он такой, да, он как под барбекю. Мне кажется, просто вот не знаю, куда его, вот, если не к мясу. Он... Да, у меня тоже ассоциация с мясом, это правда. И это, наверное, из-за дымки, из-за того, то, что ты называешь дымкой, да, вот он к каким-то мясным продуктам подойдет идеально. И... Но при этом он такой, дает кислинку от агавы и от уксуса, что, думаю, тоже такой интересно добавляет вкус. Ну, мне нравится очень состояние вот после во рту, него. Да? Да, для тепло. Это такое классное тепло. Ну, это где-то, наверное, троечка. Ну, не выше, точно не выше. Не, думаю, если вот сейчас мы продолжим есть, будем добавлять, то это будет так нарастать, 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 но, в принципе, это очень комфортно. Очень вкусно. Еще будешь? Нет, я хочу что-то новенькое. Мы продолжим, да, еще дальше? Ну, вот эти соусы, в принципе, от Hairiver, они все идут очень классные. Hellacious, Rogue, как бы, я думаю, он тоже нас не подведет. Это компания, которая бьет каждый раз вот очень четко в цель. То есть у них то ли 6, то ли 7 соусов, у каждого куча наград. И я реально понимаю, за что награду этого соуса. Да, согласна. Приятный ароматный вкус, ароматный запах, ну и классное тепло от хабанера. Где-то троечка из 10. Отличный, да. Да, если вы пробовали какие-то соусы на чипотле, либо какие-то дымные соусы барбекю, делитесь с нами, нам интересно будет узнать, попробовать. Если пробовали Hellacious, оставляйте свои отзывы.